Привет, мучачесы, с вами Арсенар 23. Сегодня я буду продолжать делать обзоры симуляторов. И сегодня у нас будет симулятор разрушения. Давайте посмотрим. Нас встречает вот такая вот красивая менюшка. Кстати, это отдельная игра. Ссылку я не буду оставлять. Так, давайте. Тут, короче, точнее, у нас тут вот такая вот менюшечка. Здесь написано всякие настройки. Давайте же нажмем play. Ну, давай. Вот. Так, жмем destroy. И мы выбираем какую-нибудь карту. Я люблю офис. Разрушать, так сказать. Так, тут у нас вот такой вот офис. И мы имеем разные виды разрушения. Жмем на F1. Это у нас огонь. Просто... Вот так вот мы жмем просто тупо ли. Итак, извините, у нас неполадки. Итак, мы продолжаем. Давайте снова загрузим эту карту. Я просто нажал не на ту кнопку. И давайте продолжим обзор. Жмем мы на F1. Потом левую кнопку. И это у нас огонь. Да, это у нас огонь. Давайте посмотрим дальше. Здесь у нас F2. Здесь у нас водные шарики. Но не бесполезная. F3 я вам потом покажу, что это. F4 это маленький шарик, который будет разрушать. Вот так вот все это красиво падает. Этот протаранил чуть-чуть, им, так сказать, в офисе стеночку. Но я думаю, им ничего не будет. F5 это у нас... взрывающиеся шарики. Давайте отлетим, посмотрим. Бам! Бам! Там бабахнуло что-то. Кстати, он теперь еще и поджигает. Раньше он не поджигал. Что-то у нас здесь получилось. У нас вообще уже все сожглось. Это F6. F6.